сорт томата ОС. Этот сорт из США. Он высокорослый, 1,50 м, 1,80 м. Среднеспелый, 110-120 дней созревают плоды. Плоды вот такие вот красные, среднего размера, сердца с тупым кончиком. Масса плодов от 250 до 400 грамм. Отличного вкуса с насыщенным помидорным вкусом. Формировать куст нужно 2-3 стебля. Плоды подходят для свежего употребления и консервирования. Выращивать можно и в теплицах, и в открытом грунте. Вот так выглядит сорт в разрезе. Насыщенно красного цвета мякоть у него. Томат мясистый, многокамерный. Томат подходит для употребления в свежем виде. Также идеально он подходит для приготовления томатного сока, томатных соусов и цельноплодного консервирования.